У нас нет, в отличие, скажем, от американцев, цели кому-то насолить или развивать наши отношения в противовес третьей стороне. Мы стремимся к ровному, нормальному взаимоотношению со всеми странами мира, восстановлению в полном объеме хороших отношений с Соединенными Штатами Америки, с Западом, где не мы инициировали вот нынешнее очень серьезное обострение отношений. Не для Америки мы замыслили этот визит, а для улучшения наших отношений с нашими ключевыми партнерами, нашими соседями, к которым относится Иран. Мы восстанавливаем динамику Астаны, формата, где наши три страны первоначально работали на сирийском направлении. Сейчас сирийское направление требует специального такого рассмотрения, там сложные процессы идут неоднозначные. Но мы более широко готовы взаимодействовать вместе с Ираном и с Турцией по ключевым проблемам ближневосточного региона, ну и других тоже регионов. Этот неожиданный совершенно формат оказался очень продуктивным. Мы не собираемся занимать место Соединенных Штатов Америки. Если у них будет нормально все со странами региона, ради бога, мы не против. Мы собираемся развивать наши отношения и вширь, и вверх со странами региона. И хотели бы, чтобы никто не мешал, включая Соединенные Штаты Америки. Мы мешать не собираемся. Мы за то, чтобы мы строили все линию одинаково. И не надо ничего придумывать, какая линия должна быть. Это просто выполнение устава Организации Объединенных Наций, что американцы последние годы не хотят делать, заменяя это своими собственными какими-то правилами, которые на каждый сюжет они придумывают новые. Так дело не пойдет.